Друзья, доброе утро! У нас отличный сегодня будет денек. Мы заезжаем в лес. Вообще выехали обкатать Валеры новую Ниву, но собирались маленьким своим кругом, но посмотрите, что это творится. Вроде должны были ехать как бы 6 машин, а едет 15. Вот такая у Валеры теперь Нивка. Он у вас свой продал. Так, местные парни. Про Титана расскажу немножко попозже. Сегодня тоже Шевик тестовый такой выезд. Ну, у него было много тестовых, но сегодня такой злой. Так, местные с нами еще Defender красная, Александр из туристов на CST новых колесах. Сегодня у всех такой тестовый, обкаточный. Виталик на турбомоторе сегодня будет тоже. Вот такой экспедиционный ДФ с нами. У красной, кстати. О! Всем привет! Тоже давно УАЗик не выезжал, Сашка. Да, у тебя вот так вот колеса по трассе. Я знаю. Я это чувствую. Ваня обкатывает мотор на БТР мостах, на клюшках. 409-й, пиленая голова. Такая подвесочка, травятся пацаны. Патриотовские фары. Я все отлично, я не спал сегодня. Конечно же, Вранглер. Игорек. Игорь, ты как? На чем? Отлично. Здравствуйте. Я сегодня штурманом, потому что у меня этот... Я бегаю, Смешно, но я не смог прокачать сцепление. О, какие. У меня штуцер закис. Вот. Халк с нами тоже. Еще УАЗик, еще Нива. Слишком много сегодня прям. Привет, Макей. О, Санечек. Опасные пацаны. Я подальше сегодня от них. О, Константин. Здравствуйте. Как у вас? Нормально. Что это за монобровь? Объясни, пожалуйста. Что это такое? Я даже это первый раз вижу на самом деле. Костик, это что за решение? Дырки сгнил весь этот. Без мата. Короче, пожалуйста. Сгнила вот эта штучка вся. Да. Ну и что делать? Ну вот лист металла. Хорошо, а где клюз под лебедку? Не нужен он нам. Я без понял. Лебедки. Мы у меня без... даже лебедки нет сейчас. Ханская. Да, лебедка. Я специально даже оставил место, надпись тут сделать. Напишем здесь эскердый лайф по тротворец. Я хотел вам снять лебедку, честно, как она стоит, но сегодня ее нету в Азии. А еще ты скажи мне, как ты анализировал конкурентов? Ты вот всю жизнь говорил, что у Халка лебедка какая? 110 к 1. Какая? Голда? Нет, у него другая. Рунва у него. Да, но... только у него 1 к 80. Ну, потому что он в редуктор поменял. Ну, что ты хочешь? А была изначально такая. Да, 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 да. В общем... Давайте этот. Да, да. Торпеда без машины, торпеда собирается. Гия, Гия, не поворачивай, повернулся. Где патруль? Вот они, хулиганы. Где патруль? Передай привет механику. Передай привет сам механику. Я вчера передавал. Весь вечер наказывал. Нет, доделки там остались. И моменты, которые надо доделать, чтобы потом в лесу не улыбаться. Или переделать. Или переделать. В общем, жду. Ждем патрол. В общем, сегодня много интересных машин. Вступление затянулось, но все с кайфом. У всех настроение боевое. Про Титана расскажу попозже. Так у нас появились наклеечки. Такие вот аккуратненькие, разных цветов. Ты скажи, что резину будем тестить. Да, тестить. Я уже сказал, что Санечек, он был на 31-х сафарях. 510-х. Вот таких. А на неделе приобрел CST 31-й, CL18. Урвал, да, по хорошей цене. По хорошей цене, не будем говорить. Так, давайте вот на рубильник я сделаю ссылочку, наверное, да, под видосом. Это туристы. Ну, под туристами, да. Ну, рубильник, турист, это все один, да.
Вот, пацаны, я говорю, я, по-моему, со всеми здоровался, но еще не со всеми. Так, Виталика Нивка выехала. Мост, крепкий орешек. Спереди 35 шлицов. Внутри 27. Такие полуоси. Все. О, суетовок сегодняшний. Все, вы с рациями? Погнали? Да, седьмой канал. Седьмой канал. Вот, будет интересно как. В общем, машину забрали из набережных Челнов. Принудительных блокировок нету, только, получается, преднатяги. Сзади 100%, спереди 80%. Машина вся легкая, пластиковая, сделанный движок, лебедки нет. Сегодня такой выезд обкаточный. Заниженная раздатка и пары 5.1 на каркасе. На окошках вся, такие вот сиденья, я так понимаю, либо с Subaru, либо с Mazda, не знаю, непонятно. На сильверах, в общем, будет интересно. Бачок переделанный, тоже пластик, нет? Не, это не, вот это пластик. Ну, вся почти. Сегодня ожидаются пробки в лесу, небольшие. Че, ребятки, как вам монобровь вот это вот? Человек в маске. А, мы еще на заднем приводе, на Вранглере. Я перепрыгнул в уже привыкший Вранглер, да, всем? Так, по технической части вроде рассказал, какие были интересные машины. Если что-то будет, вспомню, обязательно доскажу. В общем, заезжаем. Ой, дай посмотреть. Так. Че? Да ты охуел. Оп. В общем, вот такая вот, смотрите, ребятки, ситуация. Хочешь? А ты посмотри, он сейчас загорелся, он теперь признается. Глаз блестит? Нет. Да. Красавчик. А Валера-то знает, как на Ниве ездить? На Альбина 35-й встал. Валера вылез из колеи. Газ не перегазовывай. Ой. Поменял передние привода, теперь у него наружка тоже 35 шлицов, так же как и у Титана, турбо едет. Вранглер едет на полном приводе, без блокировок, в колее, как всегда. Хрустят гранаты внутренние, скорее всего. Морда не работает. Хрустело и перестало работать. Так, ну, супер штурман. Адам лебедит Ниву. Почему-то морда перестала работать. Скорее всего, палка с внутреннего шруза выскочила. Только морда работает. Все
все парни на опыте, все спортсмены. Вот, что-то там клацнуло. Какие-то проблемки. Сегодня решили назвать красный енот. Спокойно, без проблем, в натяжечку. Все спонсоры, рекламка. Непривычно видеть. Карбюраторный на белках, блокировок не вижу, не выезжал около 3 лет. Вот машину потихоньку собирали, сегодня такой тоже тестовый выезд, можно сказать. И чё ты встал? Заглох. Молодец. И вот он в натяжечку на CST, бортовые Т40, мосты БТР-60, по-моему. 409 мотор, пиленая башка на январе. Сегодня обкатывает машину. Задние фонари от Патриота. Вот так вот. Задние дисковые. Что такое, Ванюх? Между дисками. Травит где-то? Деревяшечка, как обычно. А, попало. Оп, сорян. Сашка завелся, поехал. Итак, у Виталика 1.7 двигатель. Низ стоковый, вверх пиленная башка, распредвал, спортмаш, ну, турбина. Сзади у тебя что, 24 же, да? 24 штехна. А внутри 27. 27, наружка 35. Да, хардблок блокировки пневматически. 27 внутри, как я сказал, 35 снаружи. Полностью так же у Толика. Только у него 35 наружка. И он переделал, по-моему, у него 30 внутри. На СРПМе у Толика просто обваренный мост, лебедка Рунва 1:80, ну, пневморозпуск, все дела. А здесь лебедка, по-моему, голда. Я для чего все это рассказываю? Потому что в комментариях очень много просите рассказать техническую часть, что как сделано в машинах, поэтому сегодня уделяю этому больше внимания. Так, Валера, первые метры, давай, первые метры. В последнем видео на Черноколова ты говорил, что я куплю Ниву для спорта. И, собственно, вот она. Как бы ощущения полегче, чем УАЗик. Преимущество больше, как бы, ну, то, что она легкая. Блин, вообще как бы... Ну, пока еще не понял. По кайфу, да. Ну, еще не понял, ну, тогда, когда катались на Патриоте, да, это уже нормально. Когда катались на Патриоте, да, ну, Патриот тяжелый. Эту колею я сразу сейчас на Ниве испугался, если честно. Поехали. А, испугался и поехал, да? Короче, у нас вместо Валеры появился второй ЧПшник, который на ровном месте, где нету ни ямок, ни кочек. Я у вас там искры. Фу, сейчас следующее видео покажу, что он умеет. Да, все охуенно. В принципе, все за***. Добрый вечер! Так, ребятки, смотрите, шиномонтаж в лесу, у Вани травит аэрлок. Вот так вот закрепили, получается, обмонтировку Вань, стропу. Чистим, герметиком мажем. Вика на... Ну,
Тут глубоко, и ступенька, походу, вот здесь. В общем, вот здесь вот Сережа тогда на 33-х проезжал, вот там я его в конце лебедил. Так, ситуация. Доехали до всей бригады, все отдыхают. Так, Валера уже порвал, обновил машину. Оказались у него полуоси пока еще стандартные, но это все будет делать. Вот, получается, обломил. Есть запасная, не подходит. Так что сейчас привезут, поставят и поедем дальше. Этому по барабану вообще, где ехать. У него своя траектория, мастодонты. Жесть. Так, не ругайтесь. Defender, Defender, оп. Идет, 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 идет. Не, ему надо выставиться и потом он насыпать. Уже, он, блядь, уже, блядь, откуда? Где же дерево? Пошел, пошел, пошел. Я ему лучше вот на депоне здесь. Где? Вот сюда, вот сюда. Да, ну, он уже... Он кренится. Вот там он будет купаться. Предельщики. Машина на дросселях. Жопа не работает, пневма не работает, задница. Ну, видишь, и Урал, и Хакасию, все на нем проехал. 2 года. Это было больно. Давай туда. Петляй, просто ровно заезжай на гию. Гия, отскочи. И, наверное, этот, морду выключи, блокировку. Потому что ты ж не рулишь, она так плохо. Эх.
шушуть подровнял. Ну да. Да что ж такое-то? Зачем петлять? Нет, нет, нет! Резина не грязевая, а под слоем земли получается скользко. Ну, промороженная земля. Машина тяжелая, поэтому тяжковато ей. Блин, это только первый подъемчик маленький. Морда не работает. Ну, одно. Нормально. Пока Defender тянется, Нивки решили. Ну, нормальное вращение колеса у него. Пулеметчик. О. Блок упускай и распусть. Давай, берёшь и посмотри. Да. Вот они, тесты, тесты. Нормально шьет. Валеру, Валеру. Сюда? Да, да, да. Валера! Валер, куда? Ай. Отходи. Нормально. Так хоть морду подключил, то без морды ехал. Нормально. А он туда не заедет. Куда... Я заезжал на белках. На белках, ладно, а газу давай. Что это такое? Это не горка, что тут? Нет, дальше, дальше будет.
Отъезжай, отъезжай. Сейчас лаунж контроль. Бульбулятор у него не едет. Давай газу, 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 газу. Зашел. Давай, поместишься. Тридцать первый ЦСТ. Отлично. Новенький. Сегодня первый выезд. Сегодня сухо. У нас отличная погода. В прошлый раз мы на этот подъем поднимались, когда было очень скользко. Ниву починили. Поменяли внутренний сепаратор, внутренние гранаты и все. Все нормально. Валера привыкает к Ниве, что-то нравится, что-то не нравится. Поломал полуось, починили, едем дальше, все хорошо. Defender заехал. Было бы мокро, лебедился бы весь подъем. Довезти? Не-не-не, я доеду. Там еще машина. Доеду, доеду. Пластиковая. Chevy Niva на 35-х колесах,
обкатывает сейчас ее на Льбий. Машина собрана для гонок. О, Дэв встал. Машина собрана для гонок. Чемпионат Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа в категорию спорт. Пока у нее задний мост, так называемый крепкий орешек. Сзади полуоси на 30 шлицов, кастомные от Газели сделаны. А спереди внутри 30, снаружи 35. А машина на дросселях. Так, Defender лебедится. Тяни, тяни, тяни! Ой-ой-ой, не, ну такая себе история, ну ладно. А? Газу надо. Ну да, чтоб резина очистилась. Сафари. Спокойно, не буксуя. О, у нас же еще Сашка на карбурет. Ну он. Не, есть. Он давно не выезжал. Вот здесь рулем. Потихонечку на белочках. Ну, карбюратор едет нормально. Че там, где Сашка? Еще одна где-то Нива. Ты, может, сразу вот так прямо поедешь, что ли? Сюда вот, влево. Да, я выскочу, пожалуй, или... Сейчас надо же помочь ему, он рулем не этот. Ребят, надо пару человек на борту. Завалился на бок. Кто завалился?
тише, 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 тише. Саш, колеса влево, ты вправо сильно делаешь. И потихонечку едь, ты сейчас выровняешься. Ты не ляжешь, ты сейчас выровняешься, поехал. Ты самое страшное уже проехал. Потихонечку едь. Да нет. А, нет, стоп. Так. Наверное, направо надо руль делать. Потихонечку направо делай. Нормально, да. Чуть-чуть левее, чуть-чуть левее, во. Влево, влево. Стой. Включи блоку, Саш, блоку включи. Только останови колесо. Патик, во. Нормально, иди, нормально. Полево, тихо, влево, да, справа, иди. Не кричи. Все. Все, все, идешь, идешь, иди. Отлично. Сюда, сюда, на меня руль. Не-не-не, все нормально. Иди сюда, на меня руль. Валера, все. Подожди. Ебать, лег на полу. Нормально. Я думал, он там в горы упал. Нет, он просто облокотился на бочину. А, она цела у него, все, ничего вообще. Все отлично, Саш, поехал. Тяжелая машина. Спускаемся, стащила. Ну, нормально. Сейчас еще один в этот залетчик. О, не, он аккуратненько так оп. Сначала мордой, потом газанула, налегла, и он поехал просто. Не-не-не, стащила тяжело. Прям фук ушел. Да, это спортивный Нивы. Итак, ребята, заканчивается сегодняшняя наша покатуха. Последнюю лужу взяли, порвался УАЗик. В общем, хотели еще поехать в грязь порубиться, но уже темнеет. И сейчас, если мы туда заедем, в урочище, то это на всю ночь, а как бы хочется домой. Сегодня не рассчитывали на такую долгую покатуху, ну так сложилось. В общем, сейчас еще спускаться нам тут несколько километров, и мы выезжаем в поселок. В общем, такое легкое видео в начале года. Пока такие тестовые выезды, без ночевки, без сильных маршрутов. Пока прикатываемся. Но скоро обязательно будем выезжать куда-нибудь поинтересней. Есть в планах два интересных маршрута. Вот. Ну и там уже начнется сезон гонок. Там февральские окна, ориентирование, и там спринты начинаются. В общем, спасибо, что были с нами. Спасибо за просмотр. Вызывают водителей. В общем, всем спасибо, что оставались на канале. Следующее видео из леса, наверное, проведем конкурс. Всем спасибо и пока.